Приветствую, меня зовут Даниэль, и сегодня мы поговорим о 3D-принтере PrintBox. Это российского производства принтер, и он отлично подходит для профессионалов настольного типа принтер, и с расширенным настройками вы можете осуществить все возможности, все свои фантазии и задачи. Сегодня я хочу рассказать вам о свойствах, о том, чем отличается данная модель, и как с ней работать, и ее плюсы, и вам помочь вам сделать выбор в сторону данной модели. Принтер позволяет печатать под экстремальными углами, что позволяет создавать изделия более качественные, более аккуратные при печати. Принтер оснащен одним экструдером, и у него в комплекте поставляется 0.3 сопло, да, и 0.15, что позволяет увеличить качество печати, и таким образом мы добьемся более лучшего результата. С принтером поставляются две программы, одна для новичков, которая позволяет быстренько запустить принтер. Также есть программа для профессионалов, где вы можете абсолютно любое направление, любой из параметров настроить самостоятельно. Если вам необходимо построить поддержки под определенным углом и таким образом самому сформировать задание по своим каким-то задачам, параметрам, то там большое количество настроек, большие возможности для того, чтобы вот как-то индивидуально подойти к печати, к подготовке задания под печать, конкретно под вашу модель. Возможности программы, которые поставляются вместе с этим принтером, также позволяют простраивать внутренние основания, так называемые соты, как форму сотового наполнения, так и направление, так и прочностные характеристики, которые позволяют, скажем, выстраивать стенки или же простраивать какие-то заполнения внутри сот, что будут усиливать каркас внутренний, да, самого изделия. С принтером поставляется комплект инструментов, набор 3D-моделей, программы, инструкции. Также в комплекте с принтером идет обучающие видеокурсы, где вы сможете в течение 30-40 минут освоить все настройки, все пошагово, все очень просто, все очень легко. Принтер поставляется с уплотнителями, они выглядят примерно вот так, вот такой уплотнитель, который защищает оборудование, да, наш 3D-принтер от транспортеров, и это дает гарантию, то, что принтер приедет в целости и сохранности. Для кого подходит данное оборудование, так это больше для промышленных предприятий, конструкторских бюро, архитекторов, тех, кому необходима точность и необходима детализация изделия. Поэтому данное оборудование вполне, очень даже на 100% даю гарантию, что в этом плане оно себя окупит и даст вам тот результат, который вы ожидаете. Всего доброго!